Фух, ребятки, я пока разобрался, как эти грёбаные уничтожить лазеры. Это был такой геморрой, вы бы знали. Это просто трэш. Чё? А, можно и так, окей. Так, подожди, а я ж не разобьюсь? Стоп. Твою мать, меня пытаются изнасиловать. Так, подожди-ка. Блин, вот это, наверное, самый сложный геморройный момент из всей игры. От слова совсем. Так. Да всегда такие моменты делали. Аюми, скорее разберись с ними. Ты что, не видишь? Я стараюсь. Главные двигатели уже пущены. Корабль скоро улетит. Знаю. Что я по-твоему делаю? Цветочки собираю? Прости. Я просто переживаю. Так, а дальше что? Все? А ё-моё, кто там еще? Он движется! Аюми, сделай что-нибудь, черт побери! О, нет! Нет, нет! Как глупо, Аюми. Что же ты делаешь? Надо взять себя в руки. Ладно, посмотрим, куда он нас привезет. Так, стоп. Нате! Нифига себе. Так, подожди, а что нам дальше-то делать? Вау! А дальше помирать, да? Жесть, конечно. Как глупо, Аюми. Что же ты делаешь? Надо взять себя в руки. Ладно, а что дальше? Посмотрим, куда он нас привезет. А, привезет. Это значит просто тупо ждать, что ли? Или что? Ничего? А как? Реально тупо ждать? Я здесь как мишень в тире. Просто ужасно с тактической точки зрения. Да. Нифига себе. Васи офигели. Да. Я думал, у меня это оружие закончилось. Окей. Как всегда, забыла белый флаг дома. Сдаться не получится. Живой вам меня не взять. Да. Куда же он летит? Он когда-нибудь сядет или нет? И деваться некуда. Ненавижу такие ситуации. Блин, вот этот момент с лазером, ребят, это просто писец. Я, наверное, из-за этого момента и не стал бы перепроходить игру. Зеро, ты еще там? Не слышит. Оу. Получайте. Так. Не переживай, корабль направляется к башне. Ты сама сможешь туда добраться. Это резиденция командира. Ты уже встречалась с ним. Я думала, что убила его.
О нет, небесные стражи бессмертны. Я разве не говорила? А, как удобно. Не думаю, что небесные стражи хотят причинить пленникам вред. Но в любом случае стоит поспешить. Не забывай, стражи не люди. У бессмертных существ иные представления о морали, если они вообще у них есть. Это портал в суровые земли. Чудесно. Но сперва Зеро, потом портал. Конечно. В любом случае, портал сначала нужно включить. Ну, как обычно. Так, я не пойму, а этого чипзика как он уничтожил? Ну, понятно. Так. Подожди, а нам что, прям вниз спускаться, что ли? Чтобы его активировать. Походу, что да. Вон какие злые, ой, какие злые, посмотрите, а? Так, подожди, а дверь как открыть? А, понятно. Да, подожди, а какую именно конкретно? Не пофиг ли? Аюми, хвала небесам. Ты была права. Мишель, гадюка, заодно с этими тварями. Ты можешь представить? Угу. Сам черт не знает, что они задумали. Ты меня вытащишь? Постараюсь. Не уходи никуда. Нет проблем. Если бы я только знал, что тут происходит. Проклятый остров. Надо выбираться отсюда. Надо же было так вляпаться. Просто срам. А дальше чё? Ну. Угу. Да ты затрахал, а? Отвали от меня. Дебубо, блядь. Отвали, говорю, нахуй. Отвали, мусосос! Как мне теперь от него трахаться, а? Бля, реально, а как от него отутюжиться? Блин, ну что за хуйня? Подожди. Может просто съебаться от него? Подожди. На нахуй пошел, нахуй иди. Блять, и как от него отсосаться? Вопрос. Как? Чего? Ты чё? Ничего не пойму. А как? Подожди. Mm.
пошел в жопу, а? Блять, нахуй иди! Блять! Да нахуй пошел! И чё? И чё это мне дало, блять? Да нахуй иди, а? Ну же вообще похуй этому сососу, блядь. Блядь, ну какого хрена, блядь, его сделали, нахуй? Да ему ж похуй вообще, блядь. Да сука! Ебанат ебаный, блядь. Да нахуй иди, блядь, как его убить, блядь? Как его нахуй убить, блядь, этого хуесоса, нахуй? Кто, блядь, эту хуйню придумал, нахуй? А, все понятно, блядь. Подожди. Да нахуй иди, нахуй, пес ебаный, иди, блядь. Да нахуй иди, пес ебаный, блядь. Блядь, залупа ебаная, блядь. Кто эту хуйню придумал вообще, нахуй? Да ну нахуй, какого хрена, ну замани ты его! Чтобы выбраться, блядь! Да блядь, ну что за хуйня? А, блядь, хуя, блядь! Блядь! Да перемотай ты, блядь! Ёбаный в рот. Фух, нахуй. Бессмертные они, блядь. Детка, как же я по тебе соскучился. Спасибо. Давай убираться, пока эти золотые жестянки снова не налетели. И куда теперь? Портал наверху башни перенесет нас в суровые земли. А там уже недалеко до храма драконов. Не нравится мне такое название. Но главное, чтобы сфера была там. Я очень на это надеюсь. Ты должна простить меня, Аюми. Зря я не поверил твоей интуиции. Мне показалось, что вся эта магия тебя изменила. А теперь я удивляюсь другому. Почему она не действует на меня? Скоро ты одной левой сможешь меня уложить. Дьявол! Это плохой знак. Бежим! К порталу, скорее. Не отставай! Быстрей! Не останавливайся! Беги! Аюми! Быстрей! Hmm.
Не должно в храм драконов вам попасть. Мне нужны ответы, страж. Когда хранитель в мир наш вторгся, вспыхнула страшная война. Мы отступили. Но и хранитель, жестокий бой неистощенный, впал в сон. Поставив за себя наместника на трон, наместник власти жаждал Яра. Мы знали это, и в обмен на мир бессрочный, хранителя мы обрекли на вечный сон. Политика. И почему это меня не удивляет? Но как же люди? Они в чем виноваты? Потомок родом из драконов, придя к хранителю, тотчас его пробудет. Недопустимый шанс подобного исхода, ибо потомки есть и среди людей. Вы что, возомнили себя богами? Один раз я с тобой уже справилась, и сейчас справлюсь. Надеюсь, мы с ним больше не встретимся. Страж скоро возродится из дерева порядка. Поспеши в портал. Аюми, скорее в портал, пока он открыт. Ну погнали, чё, в портал. Нужно спешить, иначе опять разменёмся с Зеро. Опять это Мишель. Никак не могу привыкнуть к вашим перевоплощениям. Куда ведет портал? На территорию наместника, в суровые земли. Отлично, значит, теперь это его проблема. Наместнику доверить дело мы не можем, но и последовать за ней не вправе мы. Вторжение наш мирный договор тотчас расторгнет, а посему девчонкой ты займись. Я? Это просто несерьезно, она же... Ступай за ней, украдкой. Или наместника повергнуть она сможет, нам знак подашь. Тогда восстанем мы. Суровые земли, что ли, да? Ого. Должно быть, Зеро вышел в другом месте. Не переживай. Все дороги сходятся у порталов. Суровые земли. Название соответствует. О, нифига себе. Да. Так, сколько там уже времени прошло? Серьезно? Понятно. Алтарь. И как всегда, рядом с ним эти твари. И чего вы тут ошиваетесь? Что это за хрень? И чё? Как мне эту тварь... уничтожить, я не пойму. Кто его защищает, я не пойму. Ты ж... Чёрт, ты охренел? Блядь. Урод, блядь, конченый. Наконец-то. Посмотрим, что есть новенького. Новенького и готовенького, да? Так, подожди-ка. Ну ладно, в принципе, обнову можно поставить.
Получить второй, когда загорится, а потом нажать тройку. Ну давай. Блять, а чё у меня это? Алло, нахуй. А чё я? Чё я не могу это бить? Тут вот эти зависания, залипания, непонятно. Чё это такое? Эй, я же тройку, блядь, нажал. Ну? Удерживать, блин. Понятно. Надо было все-таки удерживать. Ладно, ладно. Давай, набирай уже тройку. Тебе, наверное, не терпится добраться до храма. Ты очень проницательна, ты знаешь? Мне тоже всегда хотелось побывать там. Это сердце цивилизации драконов. Когда-то драконы заканчивали там свою инициацию. Обретали полную силу. Когда хранитель хаоса захватил храм, драконы были обречены. Теперь путь драконов — это история. Это все очень интересно, но вместо кучи ненужных исторических фактов, лучше бы ты знала, где мне прихватить несколько золотых слитков. Несколько золотых слитков. Так, опа, подожди, там нычка какая-то, где? Подожди, нычка где-то, вот она. Так, маги увеличивает эффективность альтер-эго. Шкала ярости не обнуляется. Увеличивает альтер-эго. Ладно, разберемся. О, подожди. А это просто. За время, проведенное на небесных островах, я совсем отвыкла от хаоса. Твари хаоса. Целая куча. Да блин, ну шо, их обязательно валить, что ли? Бесят они меня. Ну и сколько их валить? Оу, шо за фигня? Кто же вы такие, ребята? Они владеют магией холода, будь внимательна. Избегай замораживающей волны. Ну, он один был? Или нет? Оу. Сюда, Аюми. Это тоже были слуги наместника? Думаю, да. Хранитель собрал под флагами хаоса множество разных существ. Он мог забирать силу и обращать в рабов даже драконов. Если наместник занял его место, то в его распоряжении находится вся армия хаоса.
Если я встречусь с ним, я должна знать, обладает ли он такой же силой, как и Хранитель. Нет, Хранитель был единственным в своем роде. Именно поэтому Наместник и пошел на перемирие с Небесными Стражами. Война никому из них была не нужна. А, вот и сохранение. Так, отлично, мы, наверное... О, подожди, как раз скрин сделаем. Так, сколько там? Мы, наверное, на этом закончим, ребятушки. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока-пока.